Ты вернешься. Что-то происходит. Все сраные дымщики внезапно забегали. Стали закрывать двери. Нас всех заперли. Я думала, что застряла тут навечно. Выродок. Он спускался сюда, становился в сторонке и смотрел. Мы молили о помощи, а он просто смотрел. Я тут не одна, были другие. Их нужно спасти. А потом сжечь это место к херам собачьим. Помоги. Или не мешай. Ну, нам нужно попасть в центр управления.
можно открыть клетки и выпустить остальных. Подождите, мы вас вытащим. В каждом блоке несколько камер. Вот черт. Нельзя открыть все замки разом, здесь защита. Придется открывать блоки по очереди. Салага, давай к камерам, я буду их открывать, а ты выводи людей. На связи. Аварийные выходы открыты. Уже иду!
сейчас рванет. Я выведу остальных пленников отсюда. Помощник, подмога уже в пути. Мы почти на месте. Встретимся наверху. Открой люк. Где-то рядом есть панель управления. Эвакуация. Эвакуация. Бег! Твою мать! Никогда раньше такого не видел! Я знал, что мы не зря тебя спасли. Эй! Ты вернул то, с чем мы попрощались. Надежду и округ. Что бы ни случилось, мы с тобой. Эй! А ты не промах, салага. И, судя по всему, ты теперь здесь главный. Если вдруг что-то понадобится, ты только скажи. Печать сломана. Моего брата мало кто любил. Его боялись. Никто не понимал его. Кроме меня. Иоанн не был монстром. Просто в детстве он оказался лишен семьи. Он был любящим, добрым, радостным. Он был легкой добычей. Он ошибался. Даже сходил с пути добра. Но он был моим братом. Тот, кто повинен в его смерти, будет наказан. Я обещаю это.
Жаль, что нет моих пушек. Эти никуда не годятся. Эй, есть новости? В магазинах появились...